Через 100 лет в будущем люди покинули нашу планету. И наступила удивительная подводная эра. Фу! О! Извините. Бывает. Привет, я Дип, а это Ива и Элис. Это наш дом. Круто! Здесь неплохо, но нам ни за что не разрешают уплывать. Большой океан очень опасен. Но если бы я слушался дедушку, я бы никогда не нашел эти бесценные артефакты. Что это? Я думаю, это человек. Лампочка умом не блещет. Смелее, нас ждут приключения. Элис, ты его не остановишь? Какие клевые штуки! Выглядит опасно. Скорее, домой! Что я натворил? Дип, мы в ловушке! Мы вытащим вас! Найди Нейтана! Только он сможет сдвинуть эти камни! Он в городе людей! Сделаем! Ребята, за мной! Вот это да! Нам нужен город людей. Знаете дорогу? Вдоль теплого западного течения. Но вы пока не можете уйти. У меня так мало гостей. Может, и озаришь мою жизнь, светик мой. Я боюсь отношений. Аж дрожь бросает. Это опасное путешествие. Я могу защитить вас от хищников. Ты и есть хищник. Держитесь крепче! И куда это вы собрались? Развлеките меня, а не то я сделаю из вас суши, вам ясно? Суши? Блюдо из морепродуктов с рисом и уксусной приправой. Ужас, но звучит аппетитно. Ничего себе! Зомби! Нейтан, а вот и мы! Ты сможешь, Дип! Все рассчитывают на нас! Привет вам, странные создания! Кто бы говорил? Позвольте представить вам мою команду. Здрасте. 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 Завязывай. Подводная эра. Пожалуй, нам пора. Народ, погнали. Как раз хотела предложить. Вперед, мой светик.